Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня будем готовить очень нежные, мягкие и ароматные ватрушки с творогом и изюмом. Рецепт очень простой. Смотрите и готовьте. Для теста нам понадобятся такие продукты. 200 мл теплого молока, щепотка соли, 100 грамм сахара, 1 пачка ванилина, 1 упаковка сухих дрожжей, 2 яйца, 70 грамм растопленного сливочного масла и 350 грамм муки. Для творожной начинки нам понадобятся такие продукты. 400 грамм домашнего творога, щепотка соли, 1 пакетик ванильного сахара, 1 яйцо, 100 грамм изюма, предварительно я его замочила и высушила, и 2 столовые ложки сахара. Сначала займемся опарой. В миску выливаем 200 мл теплого молочка. Также сюда добавляем столовую ложку сахара. 1 упаковочку сухих дрожжей 11 грамм. Перемешиваем. И добавляем 3 столовые ложки муки. Хорошо размешали муку с дрожжами. Оставляем нашу опару в теплом месте на полчаса. Сверху желательно накрыв полотенцем. Видите, как пышно у нас поднялась опара. Размешиваем. Добавляем сюда пачку ванилина для аромата. Добавляем 2 яйца. Добавляем остальной сахар. Ложкой перемешиваем. И добавляем растопленное сливочное масло комнатной температуры. И не забываем же в конце добавить соль. Теперь можно и замешивать тесто. Берем муку. Понемногу добавляем. И замешиваем. Понемногу подсыпаем муку и размешиваем. Почему не все сразу всыпаем? Когда постепенно мешаешь тесто, ты видишь, сколько надо муки. Главное, много не насыпать и не забить тесто наше. Теперь немножко муки выложили на стол. Выкладываем тесто. Сейчас будем замешивать его уже на столе. Быстренько, чтобы оно не разбежалось. Тесто сладенькое, вкусное. Тесто подмесили, смотрите, оно мягкое, слегка липнет к рукам, но это ничего страшного. Теперь посыпаем сверху мукой и дадим ему подняться где-то час. Накрыв бумажным полотенцем, тесто оставляем на 1 час в тепле. Смотрите, какое у нас пышное тесто. Получилось вообще шикарное тесто. Немножко подмесим его. И будем формировать наши ватрушки. Очень люблю выпечку с творогом. Вкусно и полезно. Так, значит, не забиваем тесто. Оно у нас уже мягкое. Разделяем на 2 части. Присыпаем мукой. Берем скалку и раскатываем тесто толщиной в 1 сантиметр. Тонко, сильно не раскатываем.
Это ватрушки, они должны быть у нас пышненькими. Заметьте, начинку с творога я еще не делала, все ингредиенты я давно уже достала, они у меня комнатной температуры, но буду делать начинку перед самым накладанием, чтобы не было слишком много жидкости в твороге. Так, вот мы раскатали тесто. Нам нужно взять чашку или стакан, если у вас большой, вот как у меня. И выдавливаем с теста вот такие круги. Сразу же перекладываем кругленькие наши ватрушечки на противень. Теперь приступаем к творожной начинке. Берем 400 грамм творога, высыпаем сюда пачку ванильного сахара для аромата, 2 столовые ложки сахара, 100 грамм изюма, предварительно замоченного в кипятке и высушенного. Также добавляем сюда одно яйцо. И хорошо перемешиваем. У меня получилось целый противень ватрушек. Теперь смотрите, что мы делаем. Донышком стаканчика граненого, я слегка в муку его умакаю, мы делаем такое углубление. Здесь и будет наша творожная начинка. Теперь выкладываем в углубление нашу творожную начиночку. Видите, за счет того, что мы ее заранее не сделали, у нас еще сахар не успел растаять. И поэтому вот творожная масса наша хорошо держится. Я люблю, когда творога в ватрушках побольше, поэтому я накладываю побольше. Духовочку уже поставила разогреваться до 180 градусов. А сами накладываем начинку. Творог у меня невеяный, домашний, очень вкусный. С этого теста можно делать не только ватрушки, а и рогалики с творогом. Также можно делать рулеты, плетенки с творогом и вообще с любыми начинками. Тесто универсальное, простое по ингредиентам, быстрое приготовление, поэтому с легкостью можно готовить хоть каждый день его. Также такие ватрушки можно приготовить с ягодами. Начинку вместо творога сделать ягоды, испечь, а потом посыпать сахарной пудрой. Очень красиво будут смотреться. Теперь смазываем ватрушки по бокам взбитым яйцом. Аккуратненько. Вот эту выпечку я успеваю сделать за обед, когда мой ребенок спит. Вот я постоянно выпекаю. У меня очень в семье любят выпечку, поэтому делайте и вы в обед. Успейте порадовать своего ребенка вкусной и свежей выпечкой. Ватрушки отправляем в разогретую духовку на 180 градусов. Наши ватрушки с творогом выпекались полчаса. Получились очень пышными и румяными. Вот такие пышные и очень ароматные ватрушки с творогом и изюмом у меня получились. Сверху я слегка посыпала их сахарной пудрой. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки,
А с вами была Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч! Пока-пока!